Всем привет! У нас 2008 год, Chevrolet Trailblazer, который будет разбираться на запчасти и высылаться из США. Автомобиль был приобретен на страховом аукционе с минимальными задними повреждениями. Сразу же покажу работу двигателя. Это главное в этом автомобиле. 4.2 Vortec. Работа двигателя отличная. Как мы видим, потеков нету, двигатель сухой, чистый, все жидкости присутствуют. По передней части автомобиль в основном целый, крылья, капот, бампер, все это в хорошем состоянии, минимальные сколы и царапины. Шины у этого автомобиля две передние отличные, они новые. Диски в таком вот состоянии. По дверям, двери в автомобиле имеют вот такие вот царапины. Она уже красилась, дверь, и шпаклеванная передняя. Задняя дверь имеет вот такой вот дефект. Глубокие вмятины и царапины. По безопасности автомобиль полностью целый. Продавала его иншурансная компания «Гайка». Безопасность вся целая. Автомобиль заводится и едет. Основной удар вот пришелся в заднюю крыло, задело бампер и крышку багажника, как мы видим. Вот. Крышка багажника уже не годится, бампер тоже. Имеется прицепное, но оно вот так вот, такое ржавое. Задняя резина плохая, старая, она уже вся потрескалась, как мы видим. С виду она как бы красивая, но она вся вот такая вот. По дверям с водительской стороны минимальные царапины и вмятины, крыло целое в автомобиле. Вот такие вот вмятины. Заглянем вовнутрь, посмотрим пробег. Пробег у нас всего 152 тысячи. Ошибок по мотору нету. Стеклоподъемники у этого автомобиля не работают ни один. Почему, не знаю. Радио такое стоит. Протестируем. Автомобиль поехал без проблем. Задний ход. Трансмиссия у этого автомобиля отличная. Переключается легко и плавно. Нет никаких поддергиваний либо каких-то толчков. Автомобиль едет идеально. Ну, на этом все. Всем пока.